Это знакомо каждому. Наводишь фокус, делаешь снимок и... видишь, что светлые участки сильно засвечены, а темные участки стали просто черными. Все было бы иначе с использованием технологии HDR. Что же такое HDR? Давайте узнаем подробнее. HDR, или расширенный динамический диапазон, — это техника съемки, которая помогает получить сбалансированную по свету фотографию. Обычно для этого делают серию снимков с разной экспозицией, которые затем объединяют в один красивый HDR-снимок. Техника HDR используется при съемке видео. Голливудские профессионалы используют ее в кинопроизводстве. Поэтому, чтобы увидеть изображение таким, каким его задумали авторы, были специально созданы HDR-телевизоры. Однако у разных HDR-телевизоров разное качество изображения. Нам нужен экран, который идеально показывает и в яркой гостиной, и в темной спальне. Посмотрим на индекс HDR. Чем он выше, тем реалистичнее передача изображения. У обычных телевизоров уровни яркости находятся в пределе от 0,01 до 100 нит. У телевизора Samsung SUHD TV с HDR-1000 пиковая яркость 1000 нит. Яркие участки изображения будут значительно ярче, а темные — значительно темнее, что делает изображение невероятно реалистичным. В телевизорах SUHD также используется экран с технологией Ultra Black, поглощающий свет. Поэтому даже в ярко освещенной гостиной на вашем экране не будет видно бликов. Увидеть птиц в ярком солнечном небе или различить мельчайшие детали в тени поможет телевизор с технологией HDR-1000. Откройте мир естественных цветов. Фантастически реалистичный. Samsung SUHD TV. М-видео. Нам не все равно.